ребят, я понимаю, с чем я к вам обращаюсь. Анечка, рад. Привет. Рад встрече. Слушай, а почему такая худенькая? Так стараемся, а ты не звонишь. А я жду. Я позвоню обязательно. Салют. Да, но без вас мне никак не обойтись. Ну, это будет стоить дорого. Здрасте. Боже мой, какая встреча, сто лет. Так, о деньгах не думайте. Без этой записи мой подарок не подарок. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно автограф? Как зовут? Кого? Ну вот, теперь она неделю руку мыть не будет. Угу. В следующий раз, когда будешь о контрабанде договариваться, назначай встречу где-нибудь ночью на пустыре. Только его там тоже узнают. Ну и для кого понадобилось это старье? Для единственной и неповторимой. Для Пугачевой. Для Назаровой. Постой-ка, это та Назарова, которая тигров на веревке водила? Еще и изо рта их кормила, да? Полосатый рейс. Именно. Для Назаровой. А у нее юбилей. Надо подумать, это опасно. Если Колыванов об этом узнает, полетим из Останкино. Ребят, ну а вы ночью, тихонечко. Слушайте, ну мне что ли вас учить, а? А? Думаете, я не в курсе, как вы Вове Преснякову всего Бельмондо на кассеты перегоняли? Да, друзья мои, мир тесен. Тесен, но велик, Леш. И я тебя прошу, все сроки к понедельнику. Ладно, давай звони в воскресенье, мы как раз на дежурстве. Дуся моя, ну где же вы ходите? Я целый час вас ищу по всему Останкино, а? Ну, через 5 минут эфир, пойдемте, вперед, солнечный вы мой. Не завидуй, Костик. Интересно, как они его уговорили? Не знаю, в одной комнате с тигром с закрытыми глазами. И ванной голым. А что это вы тут делаете? Я тебе говорил, дверь закрывай, а ты? Вот тупой. И голова без мозгов. Я посижу, посмотрю. Хо-хо, не хо-хо. Я же никому не говорила, когда у Преснякова всего Бельмондо перегнали. Чего? Да я правда не говорила. Ладно. Сиди, смотри, только молча. Угу. Учись, как работают мастера. Подают, а? Отлично. Конфеты. Я же сказала, ничего мне от вас не надо. Сделали все, как вы сказали. Может быть, теперь вот вы откроете? Вот, пошли, я же сказала. Молодец, Курчик. Вон, пошли, я сказала, вон, пошли. Маргарита Петровна, мы пришли вас поздравить с юбилеем. Тут вам конфеты, цветы, еще подарок из Москвы. Ненавижу подарки, ненавижу цветы, ничего мне ни от кого не надо. Подожди, я отвяжу тебя. Дети, бегом. Молодец. С юбилеем вас, Маргарита Петровна. Христа, это не то. Мегера какая-то. Надо на нее заявление написать. Не волнуйтесь, Любовь Степановна. Сообщим. Куда следует, сообщим. Нет, слыханное дело. Живых людей тигром травить. Ну ладно я, ладно вы, а пионеры? И не просто людей, а при исполнении людей. Да никто не собирался вас тигром травить. На, держи. Просто не любит она гостей. Есть у нее свои причины. А вы, ребята, молодцы, что пришли. Всегда готовы. 120 рублей, и сапоги испорчены.
Ненавижу этот фильм. Ну, здрасте. Смотри, что у меня есть. Хочешь мороженое? Ты наверняка его любишь. На, лизни. Ух ты, молодец. А теперь вставай, вставай. Отлично. Молодец. Дочка, отойди от клетки. Граждане, чей ребенок? Папа, папа. А он меня слушается. Он-то тебя слушается. А ты меня? Смотри, какой. Не беги от него! Ай! Говорили тебе, не бегай от него! Ага, он сам за мной побежал. Что ж мне теперь? Стоять и ждать, пока он меня задерет? Это ты его задираешь. Бука – это обзывательство. А он – букаша. Маленькая букаша-таракаша. Ну что, ушиблась? Угу. Давай, мальчик. Правильно Маргошка запомнила. Не надо бегать от животных. Маргошка, ты его еще на велосипеде научи. Будет нам с матерью в старости кусок хлеба. Оп. Оп. Зверь уходит. И птицы улетают. Как же так? Мы же с Германией подписали пакт о ненападении. Как это возможно, Петро? Повестка пришла. Война ведь. Война. Спасибо, что согласились его взять. Спасибо. У меня тут еще два верблюда. Угу. Как звать-то его? Букаш. На фронт забрали. Сейчас дам тебе. Ну-ка. Ну-ка. Маргоша! Ну-ка, держи. Держи. Давай, давай. Держи. Маргоша! Марго! Ну где же ты? Иди скорее! Маргоша, ну где же ты? Иди скорее сюда. Пока. Ехать надо. Ну что, пристроила своего медведя? Ну и хорошо. А я вещички кое-какие ваши детские собрал. В деревне на молоко, на хлеб обменяем. Девчонки, пойдемте, мамка ждет, ехать надо. Пойдемте, пойдемте. Слава Богу, наменяли. Теперь неделю-другую проживем. А то!
Только картофельные очистки выкидывать не надо. Их можно помыть, протереть, с яичком перемешать, мучки добавить. Такие славные оладушки получаются. Пальчики оближешь. Дядь Вить, да где ж то яичко взять? Было бы оно, кто бы его картофельными очистками портить стал? Да, Верка бы его высидел, куренок бы вылупился. Оля, стой! Не нравится мне эта канонада. Ой, девки, торопиться надо. Только в Липкие Савушки заедем, а? Оно ж по дороге. Я вон Галя обещала еще творожку, ну хоть горсточку. У нас еще капор Маргошкин. Петины валенки остались, а? Только так. Кто-то в Липке, а кто-то в Савушке. Благо рядом. Коля, поехали. Дай капор, мам. Я в Липке тогда, я бегом. Видишь, какой? Ой, и у кого такого нет? Быстрее! Вперед! Быстрее! Залезай в грузовик! Вперед! Иди! Быстрее, я сказал! На экскурсию по Берлину свозят и назад к мамке. Слышь? Я Маргарита. О, как. А я Екатерина. Ладно, давай свой кепарь. Давай, давай. Закипай там куснуть. Только раз. Два раза куснешь, зубы выпью. А вот немецкий это хорошо. Мой дорогой друг, мадам Карла. Вот скоро ваша жена вернется из санатория, и мы вас больше не увидим. Мы его тут и так не часто видим. Да, Зиги? Да.
Говорят, вы окончательно бросили играть в карты. Какая воля, какой характер. Его жена была страшно недовольна, когда он продул в карты особняк своего деда. Да, Отто? Ну, говорят, кому не везет в карты, везет в любви. Гельмут, как хорошо, что в гимназии ты хоть ябедничать научился. Но вот мы выросли, воевали. Пора бы уже покончить со старыми привычками. Карло, где же ваши новенькие? Мы уж заждались. Сейчас. Они такие робкие, но такие красотки. Люблю робких. Из них потом получаются настоящие чертовки. Ты что, хоронишь кого-то? Веселее, веселее надо играть. Что-нибудь задорное, озорное. Она не знает веселых песен. Русским теперь нужно только похоронные марши играть. Надо бы, конечно, купить патефон, но он такой дорогой. Я могу сыграть. Хотите послушать? Веселый марш. Все лучше похоронного. Стены древнего Кремля. Ну-ка, дама, посмотри на меня. Вся советская земля. Холодок, холодок, бежит за... Боже, что с ней? Что за фокусы? Она абсолютно здорова, извините нас. Пойду поищу эту полудохлую пианистку. Обожаю тихонь. Конечно же, никакого туберкулеза. Эта хитрая мерзавка решила нас обдурить. Извините, ваши друзья уже сделали выбор. А как же вы? А эта выскочка вроде неплохо пела, с надрывом. Конечно, они у меня еще и не так запоют. Извините, мне надо на кухню проверить, как готовят ужин. Иди сюда, маленькая русская кошечка. Я научу тебя хорошим немецким манерам. Тебе нравится? Тебе нравится это? Гельмут, остынь. Отто, уйди. Успокойся. Она исцарапала мне лицо. Сейчас я ей покажу, кто хозяин в доме. Держи. Если через неделю ты не начнешь петь по-немецки, я верну тебя обратно. Черт, ты разбил мне лицо. Моя дорогая, я на таких насмотрелся в Испании. Вам от нее толку не будет. С ней нельзя хорошо провести время. Она убьет либо себя, либо клиента. Но я могу ее забрать. Итак, это за девушку, а это за комнату и ее одежду. Пойдем. Выходи. Не стой на улице, иди в дом. Господин Отто, вы дома? Что прикажете с этим делать? Для начала это надо отмыть, а потом я заберу это в клуб и посмотрю, на что это маленькое чудо способно. А что скажет госпожа Лотхин, когда вернется? К тому моменту, как моя жена, поправив свое здоровье, вернется, ее уже здесь не будет. Смотрите, кровь капает на ковры. Отведите ее в ванную. Пойдем.
Что это? Простите, мне не стоило ничего трогать. Ничего страшного. Что за картина? Очень мило. Это моя новая солистка. Пойдем со мной, я тебе все объясню. Это девочка из борделя мадам Карлы. Муж, пропусти меня. Пес не говорит по-русски. Куда ты собралась? Еще и в такой одежде. Я считал, что ты не такая глупая. Тебя схватит первый же патруль. Поэтому я предлагаю тебе остаться у меня. Отпустите меня. И что дальше? Отпустите, пожалуйста, прошу вас. Ты сама знаешь, что это невозможно. Действительно невозможно. Ты должна меня слушаться. Утром мы вместе поедем в клуб. Не разочаровывай меня. Иди в дом. Ева, ты глупая корова. Скажи мне, пожалуйста, ты вообще слышишь, что ты не попадаешь ни в ритм, ни в ноты? Стоп! Это никуда не годится. Он отвратительно играет, а у меня нога болит. Ганс играет, как бог. Пора бы тебе понять, что я хочу от твоей ноги. Что мне теперь с тобой делать? Ни слуха, ни чувства ритма. И это все, что у нас есть. Я бы тебе показал, как нужно танцевать. Если бы испанец не ранил меня в ногу. Мой старый друг, давай покажем, как танцевали в клубе моего отца. Готов? Пойдем. Я не умею. Ритм у нее в крови. Скоро она станет как Марлен Дитрих. Ганс, это удивительно. Я из нее сделаю новую звезду, вторую Дитрих. Сегодня новая солистка клуба «Корона принца». Встречайте, несравненная Марго.
Я простила тебе твою страсть к картам, но увлечение русской девкой... Послушай меня, не волнуйся, она меня не интересует как женщина. Она меня может интересовать только как наш билет в светлое будущее, а оно наступит, когда закончится война. Ты же знаешь, у меня сбережения в Швейцарии. Открыть там клуб – мечта всей моей жизни. А эта девочка поможет нам заработать большие деньги. Возьмите, пожалуйста. Фрау, вот овощи, фрукты. Пожалуйста, покупайте. Выбирайте. Одно яблоко. Пожалуйста. Спасибо. Ну-ка, верни мои яблоко. Катька! Боже мой, живая! Счастье какое! Какая ты стала. Другая совсем. Ну да, станешь тут другой. Пойдем. Да. Рассказывай. Ну что рассказывать? Помнишь тогда в борделе? Гельмут как в себя пришел, стал лютовать, рушил все. Все испугались. Он добрался до карцера, который в подвале, а там я. Он на меня, я на него. С тех пор я у него живу. Ну, типа фрау. Фрау? Осуждаешь, да? Нет. Две женщины вон там. Эти женщины. Спасибо. А как ты? Я артисткой стала. Вот это да. Слава богу, ты живая. Не говори. Здравствуйте, дама. Ваши документы? Этих двоих забираем в участок. А что случилось? Мы должны их проверить. Иди вперед. Благодарю вас, что позвонили и рассказали о случившемся. Эти мерзавки будут наказаны. Даю вам слово. Ах, да, чуть не забыл. Это для вас. О, благодарю. Это трофей, берите. Вечером у камина, за рюмкой хорошего коньяку. Но убедительная просьба, предупредите своих служанок, чтобы они больше не позволяли себе подобных выходок. Когда-нибудь это может скверно закончиться для них и нехорошо отразиться на вашей репутации, господин Штауб. В следующий раз вытаскивать не буду. Большое спасибо, господин Штауб. А теперь сиди и веди себя хорошо, иначе у меня могут быть проблемы. Итак, встреча боевых подруг окончена. Ты можешь возвращаться к своему другу, а с тобой я еще поговорю. Я работаю на Штоллен-штрассе 12. Встреча окончена, дружба тоже. Я все поняла.
Милая, от того, что ты проявишь милосердие, выиграешь ты сама. Почему я должна подарить ей что-то из своей одежды? Такое только ты мог придумать. У тебя достаточно одежды в подвалах твоего кабаре? Нет. Я уверена, что она там найдет себе что-нибудь подходящее. Не сердись, не сердись. Для вас было бы гораздо проще самому купить ей пару платьев. Госпожа Риммель, Лотхен прекрасная женщина, но ей немного не хватает души. Вы так похожи на своего отца, господин Штауб. И в этом ваша заслуга. Господин Штауб, я готова. Пора ехать. Господин Кац, вот вам 8 паспортов. Остальным необходимо подождать несколько недель или даже месяцев. Как только вы их получите, сразу же уезжайте. Господи, вы удивительный человек. Что бы мы без вас делали, господин Штауб? Храни вас Господь за то, что вы так о нас заботитесь. Моя родная мать, моя мать была наполовину еврейка. Если бы вы знали, как она пела и как она любила моего отца, это большой риск. Нужно ценить момент. Ближайшая неделя будет еще тяжелее. Ступайте, ступайте. Не аплодировали. Маргошка, я тебя уже целую вечность жду. Я случайно, в общем, я подслушала. Мой сказал, что твоего сегодня арестовывать придут. Был донос. Господин Штауб, что случилось? Это очень важно. Пойдемте. Откуда ты это узнала? От Кати. Моя подруга Катя подслушала разговор. И мой генерал сам его повесит, если все написанное здесь правда. Где его кабинет? Пойдемте посмотрим. Добрый вечер, господин Штауб. Вы что себе позволяете? Что вы здесь делаете? Что произошло? Вы срываете мне урок? Гестапо предоставило нам информацию. Я вам все объясню, но только с глазу на глаз. Тебе все понятно с ритмом? Ханнес, налево.
Открываем карты. Отто фон Штауб, мой старый друг, с детства. Боже, что ты делаешь, Отто? Ты обещал больше не играть в карты. Не мешай мне, оставь меня в покое. Госпожа, госпожа, он сейчас проиграет клуб. Он сможет отыграться, если вы дадите ему денег. А если он не сможет отыграться, что дальше? Он проиграет нас Гельмуту в карты. Если так и дальше пойдет, то скоро все это будет моим. Ну что, за победу? Господин Штауб, вот деньги, которые вы просили. Я просил? Да, вы просили принести деньги в 4 часа утра. Возьмите. Спасибо. Моя старая знакомая. Наша последняя встреча закончилась быстро. Теперь она работает здесь? Она тебе уже выцарапала глаза? Эта девушка моя солистка, госпожа Марго. Ну что ж, мы теперь можем продолжать. Мне жаль тебя, мой дорогой друг. Это мы посмотрим. Будь приветлива. Посмотрим, на что ты способна. Или ты оказываешь услуги только Отто? Ты все понимаешь, правда? Ты все прекрасно понимаешь. Не ломайся, тварь. Пожалуйста, не надо. Думаешь, стала знаменитой? Посмотрим, чему ты научилась. Отпусти меня. Русская дрянь. Что ты делаешь? Уходи, уходи. Быстрее уходи. Уходи отсюда. Уходи. Это она. Я уверена. Это точно она.
Зихтыгер! Осторожнее, осторожнее! Госпожа Лотхен, мы можем ехать? Аргоша? Аргош, это я. Ты здесь? Аргоша. Катька. Кать. Маргоша. Катька. Маргоша. Катенька. Живая. Марго, как я рада, что я тебя нашла. Катька. Слышишь? Это наша. Наша уже в городе. Да. Мы поедем скоро. Ага. Только вот не знаю, как я такая. Своим глаза смотреть буду. Да прекрати это. Нас дома ждут. И главное, что мы живые, и мы вернемся. Турындыр забыл. Я тебе еды немножко принесла. Хлеб и яблочко. Только один раз откусите, Маргоша. Ты дрянь. Стрельба из подвала идет! Занять позицию! Если ты умеешь молиться, то сейчас самое время. Слушай, а девчонки-то наши. Чуть не похоронили их тут. Свои. Ребятки. Что там? Проникающий, товарищ лейтенант. Успели. Так не хотелось с чужим умирать. Катенька. Катя. Девчонки, танцуем? Танцуем. Пойдем. Здрасте. Ну ты как, красавица? А ну давай выпьем. На-ка. Подружка твоя была. Катька. Ну за Катьку. Ты забудь. Перемелится мука будет. Мы ж домой едем. Победа. Жизнь новая начинается. А ну давай еще выпей. Водка ведь она слезы сушит. Давай, подруга. А ну постой. На-ка, примерь.
Не в этом же тебе своих-то встречать. За победу. За победу. Держи, не реви. Ну ты в Риге-то поаккуратней, все же город. Да не волнуйся ты, я ж последние 5 лет в городе жила, не пропаду. Чего ты говоришь, Дона-то? С него, батюшки. Приезжай. Станица Старо-Черкасская. С женой познакомлю, с дочками. У меня их 3. Приеду. Приеду. Как только освоюсь, приеду. Спасибо тебе за все. Так, ребята, быстрее, время обеда. Назарова, как суп? Нормально. Сейчас будет готов. Запах. Ребята с Москвы приехали, голодные. Из Москвы, хорошо. Сейчас, мигом. Мигом. Ну, ничего, ничего, Назарова. Так, давай-ка займись овощами, я суп сам доделаю. Тебя лев сажал. Он попробовал. Меня отбил. Ну, пойдем так же. Да, пойдем. Костя, женился же, наверное. Ему же нужен шоколадный, кроме тебя, радость моя. О, Хасанчик, а ну-ка посмотрим, где ты кролика прячешь. Константин, ты мне опять ребра сломаешь. Товарищ Константиновский, а можно узнать из первых уст это, так сказать? А правда, что вы тот самый Константиновский, который изобрел русского тигра? Ага, я отрубил 1 год штрафбата за свою гениальность. Эх, было бы у меня побольше времени, да поменьше бы за мной приглядывали, вот тогда получилось бы без осечки. Кость, твоя прямота доведет нас на Колыму. Шутка. Так вы изобрели или нет русского тигра? Да не было никакого русского тигра, были обычные овчарки, которым привешивали на спину зубы. А кто это? Ты что? Это же сам Константиновский. Дрессировщик. И стали моторы глушить, а собаки с взрывчаткой стали возвращаться в свои окопы. Только ты этот царик не пиши, ладно? Не надо, не надо. Я это потом в мемуарах отражу. Давай. Ах ты, красавица какая, на моего букашу похожа. Ешь, 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 давай. Моя золотая. Красавица. Эй, Назарова, ты, иди оттуда. Ты, поваренок. Ты что, у клетки забыл? Давай, брысь оттуда. У нее авитамин нос, у нее шерсть клочьями, когти ломкие. Что? Следить надо лучше за животными. Это кто давал команду голос? А ну тихо там. Давай, брысь от клетки. Товарищ директор, что это у вас здесь? Ну что вы, Костя, простите, у нее язык длиннее ложки. Она же не знает, что за гость к нам приехал. Важный. На-ка, на. Только не выдавай меня, слышишь? Ешь, ешь, солнышко, ешь. Прошу познакомиться. Это моя дочь Илза, балерина. Очень приятно, позвольте ручку. На, на. А теперь прошу ко мне в кабинет. После вас. Кость. А поваренок ведь прав. У Зинаин Пистоновны шерсть тусклая, когти расслаиваются, сам видел. Да? Ну да. Разберемся. Ну, пойдем, пойдем. Хорош. Да, короче. Вот. Тихо. Пока.